ребята, я дико извиняюсь, конечно, у нас отмечается интереснейший матч, в котором принимает участие Барышников Вадим и Елышев Роман. Посмотрим этот матч. Давайте посмотрим этот матч. Итак, Елышев Барышников на первом столе, на втором Кипко Гаев. Казахар Дмитриев, 7-й стол. Казахар Дмитриев, 7-й стол.
Фролов, Щелканов, 9 стол. Фролов, Щелканов, 9 стол. Thank you.
Красников-Фирсов, 8 стол. Красников-Фирсов, 8 стол. Шинкаренко Сергей, приглашается 3 стол. На столе уже минут 10. Я не могу позвонить, у меня телефон занят. Да, Даня, телефон. Thank you.
Федоров Калудин, первый стол, Федоров Калудин, первый стол. Григорьев, Перевёвка, 11 стол, Григорьев, Перевёвка, 11 стол.
Жилинкас, 8 стол. Аракчеев, Жилинкас, 8 стол. Команда Метрополитен. От этого другого чемпионата города Санкт-Петербурга по настольной теннису лига. Высшая Б. Против Украинского Антона, представляющего на этом турнире город Вологодь. Кузнав Панчоса, 6 стол. Кузнав Панчоса, 6 стол. И Рома Елышев вносит неотразимую атаку, выигрывает очко в матче против Владислава Барышникова. Вадима Барышникова. Вадим отвечает на атаку и выигрывает очко. Катя Зайцева, большой привет, Катя Сукина. На второй и третий стол, где проходят очень упорные матчи.